Мы уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Демаран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Это самый лучший путь. Контрольный пункт. Курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Соуп, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Так, пора приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить Комаров, свет. Мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь. Потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Поджарим их! Ловкости, сэр!
пытается уйти! Соуп! Бери Грикса и за ним! Разберемся с подкреплением и последуем за вами! Пошли! Пошли! Группа Б, говорит Хищник 1-6. Веду слежение за целью. Черт, какой быстрый попался. Так, он направляется на северо-запад от свалки. Взять его, живо, живо! На землю, парень! Движется на север. Направляется к окраине города. У парня только пятки сверкают. Нельзя дать ему уйти. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи.
Объект на крыше! Прием! Отлично! За перевернутым баком. Враг у мусорного бака, прием! Осколочная! Он ушел, мы его потеряли, уходим отсюда. Противники с другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Кто-то есть на крыше. Противник на втором этаже справа. Противники с другой стороны железного забора. Два противника с правого фланга. Террориста за углом у зеленой машины.
Противник направляется через стоянку к пятиэтажному зданию. Хищник 1-6! Мы попали под обстрел! Противник занял позицию на пятом этаже! Этажное здание. Объект перемещается по северо-восточному крылу здания. Второй этаж. Расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту, они у меня на прицеле. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Соуп, хватай оружие и задержи его! Бежать некуда! Бросай оружие! Соуп, задержи его! Быстрее! Нет! Черт, у парня проблемы. База говорит Б-6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери. Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем.